Наш маленький тихий Березовский, так получилось, что прогремел на всю страну после, ну, вот этой страшной трагедии, которая прям вот там за нашими спинами, за райтом в гаражах произошла. Группа подростков, 5 человек, самой младшей участнице 13 лет, старшему 15 или 16, напали на парня с инвалидностью. И в общем, жестоко избив, парень скончался здесь. Резонанс на всю страну. Евгений Рудольфович, для города это, ну, почему это произошло? Сейчас ищут виноватых везде, и в школах. Полетели камни и топоры. Появляется новость, что уволили директора одной из школ, в которой учились там двое, по-моему, из ребят вот из этой банды. Вот про ответственность и про то, кто ее должен нести. Ну, на самом деле, события вопиющие, из ряда вон выходящие. Я могу сказать, что переживает его очень болезненно весь город, в том числе и люди, которые имеют непосредственное отношение к системе образования, воспитания, профилактики правонарушения среди несовершеннолетних. Это на самом деле потрясение для всех нас. Ну, то есть это недоработки, это действительно вы говорите, что случилось, почему это произошло, знаете, мне кажется, что все-таки проблема носит не частный, а системный характер. Ведь не секрет, что ролики о подростковой жестокости, в общем, к сожалению, завидной регулярностью появляются в интернете. Они набирают большое количество просмотров. И проблема здесь, на мой взгляд, в отсутствии вообще должной государственной политики. Ведь на протяжении уже не первого десятка лет мы говорим о том, что федеральные каналы, центральное телевидение не может и не должно транслировать в эфире фильмы со сценами жестокого насилия. На мой взгляд, давно пора принять решение в отношении таких передач, как «Дом-2», когда демонстрируются, значит, ссоры, разборки, драки, таскание за волосы и так далее. И вот эти лица, участники такой программы, да, они в итоге становятся мегазвездами, популярными, и они становятся героями нашего времени, предметами или объектами для подражания. А дальше дети, сознание которых, психология которых, система координат которых еще не сформирована, они начинают просто подражать, они начинают копировать эти образы, эти правила и стили поведения, и в итоге мы получаем драки девочек, да, в школьном дворе, то же самое таскание за волосы, съемки этого всего ужасающего на мобильный телефон с целью выложить в интернете, словить так называемый хайп, да, ведь есть же специальные передачи, где показывают, что можно стать мегапопулярным и известным не благодаря каким-то достижениям в спорте, да, которые даются большим трудом, многочисленными тренировками, на которые тратятся годы и годы, да, а просто снять ролик и стать знаменитым. Легкие рецепты для легкой жизни и красивой жизни. Эти дети были у кого-то на карандаше, эти дети состояли на учете в ПДН? Или это дети из-за благополучных семей, у них успешные родители, и, в общем, все в жизни состоялось и случилось? Трое из этих подростков состояли на учете в ПДН. Один из них, более того, имел судимость. И, ну, та информация, которая у меня есть, к сожалению, я вот только вчера вернулся из отпуска, поэтому еще не обладаю всей полнотой картины. Значит, один из этих подростков год назад был осужден, был приговорен, значит, к лишению свободы, но, значит, судом вышестоящей инстанции приговор был отменен. Ну и в итоге для подростка, видимо, тот опыт не послужил каким-то предостережением, он совершил следующий шаг уже
убив человека. Вот. Двое еще названных детей также находились на учете. С ними велась профилактическая работа. Но сегодня, наверное, есть вопросы все-таки к эффективности этих мероприятий. Да? Хотя, с другой стороны, я могу сказать абсолютно искренне, что мы многие вещи делаем инновационными, где-то являемся авторами разработок по профилактике, и к нам приезжают на совещания с других муниципалитетов, мы проводим семинары, где делимся своим опытом. Это, например, школа примирения, школа медиации, когда в образовательных учреждениях возникший конфликт разбирается по горячим следам с участием обеих сторон, с участием представителей городского суда, да, где идет разбор по детально, почему конфликтная ситуация возникла, как можно было ее избежать, что делать сейчас, как погасить конфликт, как из него выйти и что сделать для того, чтобы вновь не наступить на эти грабли. Есть еще же одна инновация в Березовском про вот эти терапевтические группы, группы самопомощи, где трудные подростки собираются и решают свои проблемы. Правда, что эти дети познакомились на такой группе? Ну, это клиника дружественная к молодежи. Это некий телефон доверия для подростков, когда, оказавшись в трудной жизненной ситуации по той или иной причине, ребенок имеет возможность позвонить по телефону доверия. Дальше, с ним проводится работа детским психологом. В частности, в летнее время организуются группы для таких детей, когда с ними прорабатываются какие-то острые ситуации, дабы профилактировать попадание детей в них. Двое из участников этой группы, они как раз ходили на подобные занятия, на подобные мероприятия, но, к сожалению, сегодня можно говорить о том, что это не помогло, не спасло их. Есть еще одна практика, которая нами реализуется на протяжении уже нескольких лет, наверное, около 5. Это социальный паспорт территории, когда в отношении каждого населенного пункта, сельского, поселкового, населенного пункта, у нас есть исчерпывающая информация в табличной форме, которая заносится в эту таблицу различными службами, ведомствами и по линии правоохранителей, по линии ПДН, по линии системы образования, Министерства социальной политики и так далее. То есть информация о жителях этого населенного пункта. Где-то может проживать инвалид, нуждающийся в социальной поддержке, в поддержке соцработника, где-то, человек, вышедший из мест лишения свободы, нуждающийся в реабилитации, в трудоустройстве, где-то неполная семья с трудным подростком или многодетная семья, которая тоже требует к себе внимания и так далее. С этими категориями людей работают как профессионалы-специалисты соответствующего направления, так и проводятся рейды с участием жителей поселка того или иного населенного пункта, то есть члены общественного совета, которые благодаря подобным рейдам тоже знают исчерпывающую информацию о своих односельчанах, и которые понимают, чем можно и нужно им помогать. Где-то нужен присмотр, где-то нужен контроль, где-то нужно просто своевременно проинформировать соответствующие службы о возникновении потенциально неблагополучной ситуации и так далее. То есть вот эти все вещи, они есть и работают, но, к сожалению, результат не тот, который хотелось бы видеть. Кто будет, кто, по-вашему, должен нести ответственность в этой истории? И получается странно, вроде бы одна инновация, другая инновация на инновации буквально сидит и инновации погоняет, а и не смогли предотвратить, предостеречь, увидеть такую трагедию.
Я думаю, что оценка, она еще будет дана. Нам необходимо собраться всем вместе, всем участникам вот этого межведомственного взаимодействия для того, чтобы, ну, во-первых, понять причины случившегося, сделать какие-то выводы, изменить в чем-то свои действия, стратегию. Вот. Но сегодня можно говорить о том, что, наверное, имеют место сбои какие-то в информационном обмене. Угу. Вот. И ситуация, связанная с развитием или сопровождением информационным, сопровождением этого происшествия, она тоже на это указывает. В течение там, 10 дней не было никакой достаточной информации, да. информации у органов местного самоуправления, у муниципалитета, да, для того, чтобы принять адекватные какие-то меры. Ну, не буду оценивать деятельность там, правоохранительной системы, это не моя компетенция. Вот, но можно было и нужно было сработать несколько иначе. Информации же по-прежнему очень мало. Пока идет следствие, это, наверное, где-то понятно, но в условиях дефицита информации появляются слухи. Один из слухов, который я слышала от нескольких самых разных людей, что в Березовском действуют организованные преступные группировки, в которых задействованы несовершеннолетние. За этими группировками стоит некий один взрослый, и администрация знает и про эти группировки, и про этого взрослого, и почему-то закрывает глаза. Абсолютно не соответствующая действительности информация. Это манипуляции и провокации. Вот. Ничего подобного из перечисленного на территории нет. Я могу сказать об эпизоде, когда у нас в поселке Монетном, по-моему, в феврале месяце появилась аббревиатура АУЕ. Да, мы знаем что это такое. Угу. Да, и, соответственно, мы оперативно на эту ситуацию среагировали. Была проведена, ну, во-первых, сразу же закрасили. Во-вторых, с учащимися этой школы, 10-й школы, была проведена профилактическая беседа. Угу. Я выезжал в поселок, мы собирали общественный совет, собирали педагогов. Значит, ну, я лично обращался, в том числе к школьникам, объясняя им, что это за аббревиатура, что она значит, что такое воровская романтика, насколько это, ну, пагубный путь, да, который на самом деле разрушает и личность, и судьбу человека, и ни в коем случае нельзя поддаваться вот такой, ну, ловушке, да? Но в итоге эта надпись не вылилась ни в какую историю. Я не могу сказать, что преступную. У нас имеет какое-то вообще проявление вот это течение молодежное. Ну и те же там синие киты, да, в общем, достаточно оперативно и предельно жестко по синим китам мы тоже отработали. Ну, то есть никаких группировок, которые ходят, говорить, подростки, терроризируют Березовские, говорить, их нет? Говорить о группировках, о том, что за ними кто-то стоит, это, ну, наводить тень на плетень, сознательно усугублять ситуацию, будоражить общественное мнение. К сожалению, есть такие люди, которые тоже на этом пытаются словить тот самый хайп, да, популярное сейчас выражение и телодвижение популярное, да, заработать на жареном. Второй миф такой, тоже стойкий и в кулуарах витающий, про то, что вообще это некий челлендж, который был брошен где-то в интернете, именно поэтому все снималось на телефон, и именно поэтому оно как-то попало в сеть, именно поэтому этих ребят так быстро схватили. Это была некая финальная стадия, некого задания, и, значит, это тоже такая страшилка, что мы можем ожидать повторения истории в Березовском в других городах нашей страны. Ну, тут уже теория какого-то глобального заговора, да, я не берусь комментировать подобные вещи, поскольку никакой информации на этот счет у меня нет. Я сильно сомневаюсь в ее правдоподобности. Было приковано внимание к Березовскому со стороны федеральных СМИ, со стороны областных СМИ. И в Москву, в частности, ушли там сюжеты, какие-то спецрепортажи с такой тональностью, что все это произошло, потому что
произошло в маленьком городе. В маленьком городе депрессивная территория, проблема окраин, город находится в тени мегаполиса. И вот это все. Насколько это имеет вообще отношение к Березовскому? Я думаю, что это в большей степени имеет отношение к СМИ и к стилю работы некоторых представителей этого цеха профессионального. Вот. Вообще нас нет-нет да назовут городком, затерянным в глухой уральской тайге. Угу. И такое тоже случается. Вот. Я думаю, что об этом как раз говорят люди, в наименьшей степени представляющие, что такое Березовский, да, и mm-hmm. что в нем происходит или произошло. Вот. То есть к действительности подобные репортажи имеют самое далекое отношение. Mm-hmm. Вот. Говорить о депрессивности Березовского, это значит полностью выносить в массы, да, неадекватную информацию. Она не соответствует действительности. Город динамично развивается, город молодой, город перспективный, город интересный, и в нем живут, я в этом уверен, неравнодушные люди. Кстати говоря, то, что мы увидели очень жесткую реакцию города своего. Да, если угу. не сказать такую, в общем, агрессивную реакцию населения, угу. это тоже говорит, на мой взгляд, о том, что общество... Это реакция здорового общества, нормальная реакция здорового общества. Подождите, о самосуд том, подобное... это нормальная реакция, когда нет, выходят говорим... мамочки? Не-не-не-не-не, угу. мы говорим не о самосуде, угу. мы говорим о требовании населения к справедливому суду. То есть никакие преступления не должны оставаться безнаказанными. И люди вышли как раз с требованием именно об этом, о том, что подобное преступление должно быть наказано, и все, имевшие к нему отношение, должны понести ответственность, установленную законом. Допускать самосуд, допускать раскачивание этой ситуации как раз вот до каких-то запредельных, неправовых действий, поступков, конечно, непозволительно. И поэтому мы тоже с самых первых там часов контролировали ситуацию в информационном пространстве, в социальных сетях. У нас был контакт с инициаторами этой группы в социальных сетях. Мамами. Да, с мамами. Угу. Значит, с ними была проведена встреча моим первым заместителем, который исполнял обязанности главы на период моего отпуска. Угу. Вот, благодаря чему и, в общем, конструктивному настрою всех участников, там, всех сторон, удалось... отказаться от проведения митинга, который, в общем, на момент принятия этого решения уже исчерпал свою необходимость, поскольку должная реакция и правоохранителей, и системы образования, и органов местного самоуправления, она уже была. То есть люди, которые хотели митинговать привлечь, ради этой реакции, да, они которые ее хотели уже получили. Привлечь угу. внимание всех сторон угу. да, к этой ситуации, они своего добились. Вот. Я полагаю, что и без этого все необходимые меры были бы приняты. Наверное, серьезной была недоработка в части должного, достаточного информирования людей о том, что делается. Mm-hmm. Еще одна тема, которая обсуждается кулуарно и не обсуждается открыто, это продолжение темы самосуда, что вот этим... И детям, которые совершили это жестокое убийство, и их родителям, их семьям, в принципе, в Березовском больше нормальной жизни не светит, что им надо собирать чемоданы и искать какое-то другое место жительства. Вы что про это думаете? Я бы здесь все-таки не искусственно не усугублял ситуацию. Есть правонарушение. Есть, в данном случае преступление, да, ответственность за которое предусмотрена уголовным кодексом. Угу. Вот, и лица, понесшие эту ответственность, тем самым свою обязанность перед законом исполнили. Говорить о том, что там их необходимо отсюда
вытравить, извлечь, изгнать и так далее. Это неправомерное действие. И решение о том, где жить или не жить, наверное, могут, или, да, могут принять только сами люди. Но вы же, наверное, слышали эти настроения среди горожан, среди березовчан. В конце концов, у вас младшая дочь ходит в ту же школу, где училась, учится Полина. Еще раз. Да. Мнение, высказывание одного человека, что им здесь не жить, да, что они должны отсюда убираться, это не мнение всего общества. Угу. Не надо говорить от имени всех. Угу. Как папу, хочу вас спросить, согласны вы или не согласны с тем, что дети стали более жестокими, что 10, 15, 20, 30, 40 лет назад такое просто невозможно было представить, что на эту жестокость так или иначе влияет интернет, и если бы у девочки Полины не было с собой айфона, то, возможно, не было бы и этого преступления. Ну, вот как папу. Сложный вопрос. Сложный почему? Потому что я в свои школьные годы имел, так сказать, возможность наблюдать подростковую жестокость тоже. Угу. Было это там 35 лет назад. Угу. Вот, это тоже было. Айфонов не было, а жестокость была? Да, айфонов, интернет не было, жестокость была. Да, вспоминаем там, я не знаю, фильм «Пацаны» про трудных подростков. Сколько их было снято в советские годы, этих фильмов? У меня в классе одноклассник был осужден по тяжелой уголовной статье в возрасте 15 лет. Восьмиклассниками мы были. За что? Ну, воздержусь. Так, и как папу? Вот вы сейчас вспоминаете свое детство, Вот как отец. Вам не страшно, ваша дочь пойдет послезавтра, 1 сентября, пойдет в ту же самую школу, где одна из, в общем, участниц этого нападения учится? Вы знаете, конечно, страшно, наверное, как и любому другому родителю, я переживаю за своих детей. Вот. И, наверное, этот страх, он от того, что общество действительно стало другим, оно стало равнодушным. Оно стало каким-то отстраненным от чужих проблем, от чужих бед. Угу. Вот. И дай бог нам всем все-таки одуматься. И я думаю, что вот эта ситуация, она, ну, если не набат, то очень громкий такой звонок для всех нас. Ребята, давайте возвращаться к нашим детям. Давайте задумываться о том, чем они заняты, кем они растут. Ведь когда мы говорим о детях красивые слова, поднимаем тосты на дни рождения, мы называем их цветами жизни, да, а, к сожалению, часто относимся к ним как к сорнякам. Воткнули на клумбочку, да, и забыли, нехай себе растет. Вот, а что там растет, что у ребенка в сознании, что у него в жизненных ценностях, как он относится к своей собственной жизни, как он относится к своим одноклассникам, сверстникам, как он завтра будет относиться к родителям. Угу. Вот, это же должно воспитываться, и не надо надеяться только на школу и думать о том, что она обязана все сделать. К сожалению, это еще одна проблема современного общества. Мы все стали потребителями услуг разного рода. И к образованию мы относимся как к услуге. Мы отдали ребенка, значит, соответственно, там должны все нам сделать. Сделать красиво. Вот. А где семья? В школе ребенок, вообще говоря, получает в первую очередь знания. А воспитанием должна заниматься семья. Семья должна объяснять, как относиться к старикам, как относиться к детям, как относиться к жизни, что такое хорошо и что такое плохо. Какова система координат, задают родители собственными поступками. Выводы мероприятия, которые из вот этой истории извлекает город, и, ну, есть ли уже какие-то планы, наброски, наметки? Общественная дискуссия так или иначе разворачивается и происходит. Что происходит в Березовском? Что нам сначала нужно собраться и проанализировать эту ситуацию. Угу. Вот. Для этого нужна исчерпывающая информация. Со всех служб она сейчас будет собрана. Какая работа проводилась с тем ребенком? В каких условиях был этот ребенок?
и так далее. Где в это время была семья? Мы говорим о том, что ведь это же вообще летние каникулы, да? Ну да. Когда то есть, дети в значительной степени предоставлены сами себе, если не семье, то сами себе. Вот. При том, при всем, что ну, летняя оздоровительная кампания у нас в этом году, детский загородный лагерь «Зорница» принял более 1000 человек. Это рекордная цифра. Мы за последние годы вложили очень много средств как раз в возможность оздоровления детей в летний период. И лыжероллерная трасса, и все корпуса уже отремонтированы, которые на протяжении более 25 лет были заброшенными, заколоченными, стояли и так далее. Сегодня все это работает на детей. На мой взгляд, одна из тоже системных проблем – это доступность дополнительного образования. Вот. Когда мы говорим о том, почему дети оказались там за гаражами, да, мы должны отвечать в том числе и на вопрос, а какова альтернатива, где они могли быть. Они могли быть заняты в секциях, кружках, школе искусства, в бассейне и так далее. А что у нас с этими объектами? У нас количество этих объектов дополнительного образования, оно в разы меньше нормативных, расчетных величин. Та же девочка 13-летняя, да, она была подготовлена сотрудниками 29-й школы к тому, чтобы взять ответственность не только на себя, там, на 2-3 недели в пришкольном лагере, а взять ответственность за других детей, став вожатой на какой-то период, почувствовав, приняв, примерив на себя другую социальную роль. Да? То есть ты не просто какой-то там оболтус, на которого все махнули рукой. У тебя есть возможность. Покажи, что ты можешь быть там лидером, да? Ты можешь организовать других детей на выполнение каких-то заданий, занять их время. Вот. Ты можешь стать, почувствовать себя взрослым, ответственным человеком, которому доверяют. Вот. И этот шанс этому ребенку давался. Ее подготовили. Она отказалась? Она сама приняла решение, что она не пойдет. Да? И в данном случае школа, там, директор школы не может насильно ее заставить, что нет никаких вариантов, ты обязана, там, теперь ты в армии. Угу. Да? То есть приказать ей никто не может. Вот. Она выбрала другую форму профилактики. Клиника дружественная к молодежи, да? Угу. Пошла работать с психологом. Вот здесь есть над чем вопросы. Подумать, угу. Почему получилось так, что вместо позитивного эффекта хлопнуло в другом направлении. Вот это вопрос для специалистов. Родители этих детей, по-вашему, должны отвечать? Вне всякого сомнения, ну, как, собственно, и каждый из нас. Мы все несем ответственность за наших детей до достижения ими совершеннолетнего возраста, как минимум. Вот, хотя для всякого родителя ребенок остается ребенком, пока жив сам родитель. Мы все считаем их детьми, нас считают детьми наши родители. Григорий Львович, последний вопрос. Какие-то административные решения на уровне муниципалитета и города, усиление работы правоохранительных органов? Безусловно, на мой взгляд, необходимо усиливать позиции добровольной дружины. Я буду выходить с предложением о том, чтобы открыть электронную площадку, на которой можно было бы зарегистрироваться в качестве добровольца, да, в эту дружину. Я надеюсь на то, что папы вот тех самых активных мам, угу. Да, они откликнутся на этот мужья призыв этих и придут. Мам. Да? Угу. Мужья, да, мам. Угу. Вот. Я думаю, что на этот призыв откликнутся и мужья тех
многочисленных мам, которые, например, в Парке Победы гуляют, отдыхают со своими детишками. Да, это зона, она тоже должна быть в том числе и под общественным контролем. У нас здесь есть видеокамеры. Там картинка, она выводится в ЕДДС, в Центр гражданской защиты населения. В случае необходимости, значит, мы информируем правоохранительные органы, они могут оперативно выехать сюда. Вот, но общественность, она тоже должна быть сопричастна, она должна понимать свою ответственность за происходящее. Мы не должны проходить мимо каких-то вот, ну, проступков, правонарушений, преступлений. Мы должны перестать быть равнодушными. В том числе, значит, усиливать надо работу родительского комитета. Я склоняюсь к тому, что пора менять там руководителя, потому что предыдущий был очень активным. А это общегородской какой-то комитет? Да, это городской родительский комитет. Предыдущий руководитель был очень активным, и благодаря работе того состава родительского комитета у нас регулярно проводились рейды по пресечению, значит, незаконной торговли алкогольной продукцией несовершеннолетним, да, и табака. Вот, ну, было много всяких мероприятий. На сегодня эта работа, ну, ослаблена, так скажем, надо менять человека. Я надеюсь, что, опять же, кто-то из вновь проявившихся общественников будет готов взять на себя вот эту лямку и тянуть ее. Спасибо большое. Спасибо вам.